Друзья, всем привет! Сегодня с утра очень приятная новость для всех нас. Канал пересек отметку в 10 000, в 10 тысяч человек. Для меня это очень волнительный момент. Вот смотрите, спасибо большому, кто стал этим первым человеком, который перешел за десяточку. Что бы хотел сказать? Большое спасибо вам за то, что вы у меня есть. Вы пишете, что я вас мотивирую, порой веселю. Так вот представьте, если я один вас мотивирую, то как меня мотивирует армия в 10 тысяч человек? В последнее время канал претерпел небольшие изменения, поменялось название, поменялся логотип, но это все было сделано ради того, чтобы канал был более интересным и для того, чтобы я мог развиваться в более широком спектре направлений. В ближайшее время нас ждет очень много интересного контента, я над этим поработаю. Порой, ради того, чтобы в свет вышел очередной выпуск, мне приходится жертвовать всеми силами, всем досугом, сном, но ваша поддержка, она мне очень нужна. Ставьте больше лайков, ребята, делитесь с друзьями ссылками, и я буду работать, трудиться для того, чтобы вам всегда было интересно на моем канале, на нашем канале, что посмотреть, чем замотивироваться и узнать как можно больше интересной информации о здоровом образе жизни, о тренировках, о питании и так далее. В общем, низкий поклон всем, большое спасибо. Сегодня тортик обязательно, на нем напишу 10 000, съем его с семьей. Хотелось бы частью пирога поделиться со всеми вами, но у вас реально много. Я так подумал, если каждый сделает 100 бёрпи, это будет 1 000 000 бёрпи. Блин, мать его, так 1 000 000 бёрпи получится, если каждый сделает соточку. Так что, ребята, вот такая приятная новость. Развиваемся, растем вместе. Еще что-то хотел сказать, но сумбурно, в эмоциях, потерял нить. До скорых встреч, будем сегодня отмечать. Пока-пока. Нормально получилось.